Здравствуйте. В конце 2021 года научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы и портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России провели масштабный всероссийский опрос медицинских специалистов. И сегодня в студии первого медицинского телеканала об итогах исследования расскажет руководитель Центра медико-социологических исследований НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Игнат Богдан. Игнат Викторович, добрый, день. добрый а день. Расскажите, пожалуйста, как проводилось исследование? Ну, как вы уже сказали, исследование проводилось в сотрудничестве с порталом НМО было опрошено более 14 тысяч медицинских и фармацевтических работников на всей территории страны. Метод опроса это был онлайн-опрос. Было проведено по всем канонам онлайн-исследования. Мы специально проверяли репрезентативность исследования. И в целом данные, можно сказать, что полученные данные достаточно качественно представляют мнение медицинского и фармацевтического сообщества. Наша анкета была достаточно объемная. Она включала в себя открытые вопросы, так называемые, и закрытые вопросы. Закрытые вопросы — это когда мы предлагали работникам варианты ответа какие-то, и открытые вопросы — это когда работники могли формулировать ответы на вопросы в свободной форме. Да? То есть, когда мы, например, спрашивали, с чем у вас ассоциируются представители той или иной профессии. И, соответственно, работники могли в развернутой форме об этом рассказать. Соответственно, закрытые вопросы мы обрабатывали стандартно, как распределение а открытые вопросы мы обрабатывали как методом так называемой кодировки, так и привлекали методы так называемого машинного обучения, да, вот модного сейчас э, data science. Поскольку данных было очень много, это был достаточно большой простор для использования данных методов. И все-таки, какие качества медики нашей страны, да, и младший, и старший медицинский персонал, видят сейчас самыми важными в своей профессии? В целом, э, стоит сказать, что когда мы спрашивали, у медицинских работников о соответствующих качествах, они дали очень большой набор, ну, как это сейчас называется, soft skills и hard skills. И в первую очередь, конечно же, больше вариатив был вот, soft skills. Если мы говорим, какие же качества чаще всего называли, но в первую очередь это, конечно же, был профессионализм да? ряд профессиональных качеств. Если мы говорим о тройке качеств, это профессионализм, ответственность и доброта. И вот эту тройку качеств мы в той или иной модификации могли видеть среди всех групп персонала. Но были, конечно, достаточно некая специфика в этой области. Например, руководители подразделений чаще говорили о честности. Что очень важна честность, ну, можно, наверное, связать с тем, что на сотрудниках, на руководящих работниках лежит достаточно большая ответственность, поэтому, конечно же, честность очень важна. А, например, сотрудники больниц чаще говорили о необходимости стрессоустойчивости. Соответственно, вспоминая наши исследования психиатрические, в инфекционных больницах. Конечно, в больницах часто можно встретить в специализированных такой специфический контингент пациентов. Поэтому действительно, наверное, в большей степени нужна стрессоустойчивость. Угу. А, то есть сейчас мы можем какой-то определить образ медицинского специалиста общий? Да, конечно же, можно говорить об образе медицинского специалиста. Но, в частности, наш институт он уже много лет проводит исследования образа медспециалиста у населения. И в этом исследовании было очень интересно посмотреть, а как же сами специалисты друг друга воспринимают. Но в частности, обычно, когда мы говорим об образе специалиста, мы в первую очередь говорим о таких двух знаковых фигурах. Это врачи и это медсестры. И здесь, конечно же, очень много стереотипов, особенно в отношении медсестер. В частности, да, и мы с удивлением увидели, что на самом деле медицинские работники во многом воспроизводят то отношение, которое есть к медицинским сестрам у населения. Например, ну, с точки зрения медицинских работников, да, там врачи видятся, например, более статусной профессией, чем медицинская сестра. Ну и в целом по населению тоже также ну и наверное в чем-то логично да поскольку обучение на врача требует больше усилий больше времени ну и соответственно это же воспроизводит и массовое сознание и сознание коллег но при этом стоит сказать что у Коллег к медсестрам достаточно уважительное отношение, то есть, например, мы специально спросили такой каверзный вопрос, да? согласны ли вы с тем, что медсестрами становятся только те, кто не смог стать врачами, и коллеги с этим глубоко не соглашаются, то есть они считают, что медсестры скорее идут по призванию. Ну и в целом, когда мы спрашивали, вот, с чем вот ассоциируются вот, коллеги-медсестры, да, когда вот называют слово медсестра, какие вот ассоциации у вас возникают, и по большей части это были позитивные ассоциации. То есть у нас 72% коллег назвали очень позитивные ассоциации. Но что здесь очень интересно? В первую очередь ассоциации были, впрочем, как и у всего населения, это были ассоциации с хорошими личностными качествами. То есть, если когда мы говорим о враче, об образе врача, там достаточно много профессиональных качеств, да? что врач в первую очередь профессионал. А вот получается, что медсестра это в первую очередь человек, обладающий, ну, я имею в виду вот в таком стереотипном восприятии, это человек, обладающий выдающимися личностными качествами. И профессиональных качеств по сравнению с личностным было намного меньше. То есть в два раза реже называли профессиональные качества по сравнению с личностными качествами. Ну и на самом деле у нас в стране ну, практически никто, кроме нашего института, не изучает вот эту вот проблематику образа, а вот на Западе очень много исследований, и вот это вот э, и там тоже очень часто говорят, что медсестры, они воспринимаются в первую очередь с позиции такой вот нравственности высокой, говорят о таком, о такой метафоре, о таком образе, как ангел-хранитель, но при этом они говорят, что, ну, безусловно, это, конечно, очень приятный образ, очень красивый образ, что медсестра — это тот, кто обладает выдающимися личностными качествами. Но при этом есть ряд издержек и ряд рисков. Например, очень такое... Зарубежные исследователи приводят такие анекдотичные случаи, когда по статистике на Западе Основная причина ухода с курсов по сестренскому делу среди населения была то, что люди не ожидали, что быть медсестрой это сложно. То есть люди вот под влиянием вот этого вот образа того, что медсестра — это в первую очередь человек с личностными качествами, они приходили, ну, вот, наверное, в их представлении на такую волонтерскую профессию, да, вот блеснуть своими нравственными качествами. А, а по факту-то оказалось, что, ну, это достаточно сложная учеба, да, то есть нужно учить э, медицинские э, предметы, да, вот как человек со средним медицинским образованием я подтверждаю, что, э, как бы, это сложно, сложно учиться, да, это и фармакология, это и анатомия, это и физиология. Ну, и, к сожалению, но ну, вот исследователи говорят, что вот такое восприятие, такая вот, когда профессиональные качества находятся в тени личностных, иногда может э, приводить э, к недооценке именно профессионального труда медсестры. Но, конечно, это надо проверять вот эти вот данные. И еще один такой интересный факт, который мы выявили, да, когда мы спрашивали у врачей напрямую, вот вашей э, организация медсестра — это скорее вот помощник врача, такой не автономный специалист, или это все-таки более автономный специалист со своей отдельной такой зоной ответственности? Да? Потому что с точки зрения современного восприятия сестринского дела часто говорят, что ну, как бы у медсестры есть своя зона ответственности, так называемый сестринский процесс, сестринский уход. В основном медики говорили, что, конечно же, в нашей организации медсестра — это вот такой автономный специалист, который занимается уходом. Но когда мы спрашивали про ассоциацию с медсестрой, было очень много ассоциаций именно с помощником врача. Вот это вот стереотип медсестра-помощник врача. Угу. Хотя во многих организациях, безусловно, там, не знаю, на операции это безусловно так, но при реализации сестринского ухода, при реализации многих функций в поликлиниках медсестра – это отдельный специалист со своим функционалом, и поэтому можно сказать, что ну, собственно, мы это, кстати, видели еще и в 2019 году, что на уровне таких установок уже медсестру воспринимают такого как достаточно автономного специалиста. Но на уровне ассоциации, а уровень ассоциации это что? Это такой, условно говоря, ближе к э, неосознаваемому, да? Это когда не проходит, ну, это то, что... Тут меньше такой цензуры сознания, да, э, вот в плане ассоциаций. Не зря у Фрейда были да вот эти ассоциативные эксперименты вот. И вот все-таки на более глубоком уровне Еще медсестра, конечно, воспринимается как помощник врача Но уже позитивно, что на когнитивном уровне ситуация другая Позитивные тенденции явно налицо да, да, А вот исходя из данных исследования В будущем будет ли значительно трансформироваться образ отечественного медика? Ну мы здесь говорим и о медсестре, я о враче Конечно, сложно сказать в текущей ситуации, что будет в дальнейшем Но опять же, мы можем обратиться к ответам самих медицинских специалистов mm -hmm. на эту тему мы спрашивали что же каким же они видят будущее медицинской профессии на промежутке примерно 20-30 лет. И, ну, к сожалению, к сожалению, достаточно большая проблема, что большинство медицинских работников, они ответили, затрудняясь ответить. То есть они не знают, что сказать об образе. И в первую очередь, кстати, затрудняются медсестры. Тоже возвращаясь к образу медсестры, многие исследователи как раз пишут, что при формировании образа, ну, на самом деле, и медсестры, и врача важно не просто быть против чего-то, да, то есть там, не знаю, какой-нибудь сериал, где плохо изобразили медсестру, и мы там против этого, да. Важнее понять, за что мы да то есть какой же образ мы хотим видеть не просто хороший образ а что именно то есть медсестра врач это кто раз два три то есть это там не знаю уважаемый профессионал это ну то есть как выглядит, то есть какие-то определенные аспекты образа должны проработать. И неудивительно, что сами медработники сегодня а, до конца не понимают, каким же должен быть образ а, медицинского специалиста. Но Однако некоторые, некоторые аспекты вот будущего видения медицинских работников, они определенно были. В первую очередь, будущее, будущее ассоциируется опять с теми же личностными качествами, с развитием самых важных личностных качеств для медработников. Это с развитием профессионализма, что медики в будущем будут более профессиональны, более ответственные и обладать более, большей нравственностью, там, большей добротой. И, соответственно, надеются медработники, что будет расти статус, будет расти престиж специалиста, чем будет способствовать, ну, вот, опять же, надежды на повышение заработной платы, улучшение технической оснащенности и цифровизации. Вообще цифровизация такой достаточно неоднозначно воспринимаемый процесс. С одной стороны, конечно, говорят о плюсах цифровизации медики в будущем, в контексте будущего. То есть это Цифровизация вот у таких оптимистов, она, цифровизация позволит медикам, по их мнению, упростить, то есть повысить доступность упростить процессы, разгрузить метаработников. Да? Есть такие ну, нейтральные люди, которые просто говорят, что будет цифровизация, не говорят ни плюс ни минус. Есть конечно же, и такие алармистские тенденции по цифровизации люди боятся, что цифровизация может роботы, чат-боты, они могут заменить персонализированный подход, но опять же это страхи они могут заменить персонализированный подход, снизить персонализированный подход, привести к такому конвейеру, привести к улучшению качества диагностики. Но опять же, на самом деле, если смотреть, чего боятся, чего боится население с точки зрения цифрового интеллекта, ну, на самом деле, в принципе, того же. То есть такие же позитивные, такой же позитивный взгляд и такие же страхи. В целом, можно сказать, что медицинские работники, ну, они во многом воспринимают вот медицинскую сферу, но, опять же, мы же здесь говорим не о каких-то профессиональных тенденциях, да, мы не говорим о каких-то нюансах диагностики. Мы сейчас вот эти вот все вопросы, которые мы сегодня обсудили, это вопросы такие общие гуманитарные, да, то есть там образ, качество. И вот в этих позициях мы видим, что медицинские работники примерно так же воспринимают ситуацию, как и э, население. Но, опять же, какой вывод можно делать? Ну, разные можно сделать выводы. Можно сказать, что население, в принципе, там хорошо разбирается в этой области, как и медицинские работники. Можно как бы наоборот но вот так Угу. А скажите, а какие перспективы у вашего исследования, и будет ли проект продолжаться в будущем? Во многом это, конечно, зависит от наших коллег, которые любезно нам помогли, предоставили площадку, предоставили помощь от портала НМО. То есть насколько им это будет интересно, но в целом, я так понимаю, интерес есть. Мы планируем встречаться, обсуждать следующие проекты. Например, тематику наставничества, поскольку это сегодня такая важнейшая область вовлечения молодых кадров в работу. Это тематика образовательных всяких тенденций, поскольку наш институт активно занимается образованием, и ряд аспектов мотивации на образование, улучшения качества образования нас также очень сильно волнует. Ну и, наверное, такая основная область исследований, одна из самых перспектив, это вопрос лояльности, потому что это такая флагманская область для нашего подразделения. Мы вот Прям в конце прошлого года выпустили, можно сказать, первую монографию в России и, возможно, в мире в мире невелких монографий по вопросам лояльности медицинских работников. Соответственно, нам эта тема очень интересна, мы хотим ее развивать, продвигать, и вот в частности мы для этого, например, сделали ресурс, посвященный вопросам лояльности в здравоохранении в открытом доступе на сайте НПС и, соответственно, на этом сайте можно ознакомиться с последними исследованиями лояльности в здравоохранении и получить ряд таких методических, методическую помощь, получить ряд таких интерактивных решений для управления лояльностью на уровне медицинских организаций. То есть проект будет продолжаться, и он будет достаточно многогранен, правильно? Ну, надеемся. Спасибо вам большое за конструктивный диалог. Спасибо, что пригласили. Дорогие телезрители, спасибо, что смотрели нас. До новых встреч на первом медицинском телеканале.